Необычная картина предстала сегодня днем автомобилистам и прохожим на улице Крымской. Веселая ватага юных школьников с троем прошла по центральной улице Анапы. В городском параде первоклассников приняли участие 400 мальчишек и девчонок. Чтобы не утомлять малышей, маршрут выбрали простой и непротяженный – от городского театра на Крымской до его же центрального входа на Гребенской. Там ребятню поздравили с началом школьной жизни, а на сцене городского театра устроили для них концерт. В каждой сельской школе прошел свой парад первоклассников. В целом в нем приняли участие почти 1000 малышей.